Ну когда, скажи. Скажи, когда? Ну все же жены надъедают мужьям. Ну он все Только они пишут. не разговаривают и не общаются. Потому что появляются дети, многие И что, дети? пристают. Нет, некоторые молодцы начинают следить за собой и выглядеть хорошо. Это первое. Да, то есть, ну, как бы, а некоторые, ну, понятное дело, ну, как времени не хватает, они А начинают до некоторым себя плевать, забывать. хоть как выглядят, понимаешь? Они общаются, начинают вместе А время им... проводить. Не вместе, перестают чувствовать друг друга, разные интересы становятся. И когда приходит муж, у него уже своя жизнь какая-то, да, когда они проводят там по 2 часа, не знаю, в день, как бы, бывает меньше, бывает раз в неделю видится, там, ну, вообще там только по ночам, да, то есть. Начинают некоторые придираться. Ну, и потом они уже как бы, они не общаются, у каждого своя жизнь, да, даже вот у жены она сидит дома, там, дети, это. У мужа своя жизнь, ему уже становится неинтересно. И когда они даже начинают вместе общаться, как бы, да, то есть, ну, нет этого контакта, да, то есть, а когда вместе, когда вот они постоянно вместе, да, то есть у них одно общее, то Я не знаю, я вот не понимаю, вот, ну, мне ну, так кажется, то есть я нет, могу ошибаться. просто, ну, не знаю, не понимаю, вот, меня должны были уже давно убить и тебе забрать, если бы знали, какая ты клевая. Вот просто пришли бы, не знаю, отравили бы меня, а тебя бы забрали и украли. Вот серьезно. Я не понимаю, почему этого не делают. Может, я как-то вижу не так? Ты меня заколдовала? Может, ты не такая красивая и хорошая? А? Признавайся. Свои красоты. Ну, ты сам меня сделал, все. Но И как бы и ты видишь, как я меня. считаю тебя настолько крутой, что в принципе таких не бывает вообще. Даже нарисовать, вот в фильме снять, еще где-то. Еще раз говорю, какие-то там кто-то пишет там, ну, всякие там жирные уродки, что у тебя там волосы жирные, походка там, или еще что-то. Блин, смотрю, я реально всматриваюсь, думаю, ну, найти что-нибудь. Бля, охуенные волосы. Ебическое просто от слова ебаться походка. Просто уникальная, просто ебанистическая. Вот как еще сказать? Просто никакой в мире нахуй походняк рядом не стоит. Ну вот, что-то там отклячиваешь ты жопу как-то еще. Думаю, бля, смотрю, думаю, ну может как-то присмотрюсь. Ебанистически ты отклячиваешь жопу. Никто так не делает. Смешная, кривая. Блять, вот реально пытаюсь посмотреть. Вот за все вот эти года пытаюсь найти. Блять, захожу к этим замечательным и ублюдским бабам. Смотрю на их ублюдских детей, на эти ублюдские вторые подбородки и думаю, ну, наверное, вот это круто. Мне так не нравится. Вот я реально считаю, что ты ебанистически крутая. Как еще вот сказать? Ну, других просто слов нет. Ну, я могу долго-долго какими-то, не знаю, тирадами распираться здесь до утра, но вот просто, как сказать, ебанистически. Вот это слово просто описывает все ебанистически. Вот. Замечательно. Блин, пошлятина пошла. Давай, Наталья Крахко, мы тебя нахуй заблокируем. Ты А не идешь там? нахуй. Да. Вот. Так. Дети тут при чем? Кто-то про детей что-то вспомнил. Давайте на всякий случай путешествие Кавказ тоже тебя нахуй заблокируем. На всякий случай. Ты создай потом другой профиль и смотри нас, потому что пользы ты нигде больше не получишь. Так, вы пьяны? Вопрос. Да нет, Елена Емельянова, я не пью. Ты здесь своих ублюдков-алкоголиков не найдешь, тебя блокирую. Так. Боже, кто-то. А это хорошо, это хорошо. Вот, но если кто-то там ублюдские дети, да, то Федорова Татьяна, мы тебя нахуй тоже блокируем, ты ублюдок. Вот. Ну, так вот хочу я так. Хочу, хочушка. Вот хочу я так сказать. Вот кто не понимает каких-то взрослых слов, каких-то там, и пытается найти здесь алкоголика или еще кого-то. Посмотрите на своего жирного ублюдка, который сейчас пиво, наверное, пьет еще что-то. И посмотрите на меня. Ну вот я не пью. Может быть, к счастью, может быть, к несчастью. Да, я считаю, что тот, кто пишет ублюдские комментарии, у них ублюдские дети, я считаю, ублюдские дети. Вот так вот, да. Так что никаких проблем. Ну, кто-то хочет мне что-то сказать, я абсолютно трезвый. На ваше несчастье я не пью. Может быть, на счастье. Вот и все. Так что, да, я считаю, что кто нам гадости шлет, те горят в аду. Сила мысли у меня ебанистическая. Вот так я скажу. Так что, да, вот такие вот дела, представляете? Да. Ну, что-то кто-то может мне что-то сказать, каких вопросов. Ну, это мой аккаунт. Как хочу, так я и делаю. А это такой был небольшой тестик. Видите, я уже четверых
очистил, просто пропылесосил, как вот сейчас Рита в замечательном этом ромере сейчас убралась. Вот я также убрался со своего аккаунта. Всех таких нетерпимых еще куда-то в бан. Потому что скоро я буду вести бесплатные тренировки. И я...